Проверили мясо и молоко, рассказали о качестве хлеба. Теперь поговорим о десертах. Некачественные кондитерские изделия тоже попадают на прилавки магазинов. Кто-то заменяет сахар подсластителями, кто-то свою продукцию красителями разбавляет. Нечестные на руку дельцы находят способы обмануть потребителей. Как должна выглядеть качественная карамель? Какую начинку добавляют производители и что добавлять им категорически запрещено? Сколько какао должно содержаться в шоколаде? Разберемся прямо сейчас. В эфире программа «Качество». Они такие разные. Шоколадные плитки, конфеты, карамель, печенье, вафли, торты, мармелад. Объединяет сласти только одно. В каждой кондитерской продукции содержится огромное количество углеводов. Современный технический регламент делит сладкие десерты на две группы – мучные и сахаристые. Хотя вместо сахара кондитерам позволяют использовать и его заменители, к примеру, мед. Применять в производстве не запрещают кислоты и красители. Главное, чтобы они были пищевыми, никак иначе. Отошел от стандарта и изволь указать это на упаковке. Правда, некоторые дельцы стараются выдать свой контрафакт за качественный продукт. Ну, так как у нас карамельные конфеты есть, значит, леденцового характера карамельные конфеты и конфеты с начинкой. То есть мы рассматриваем карамельные конфеты с начинкой. И фальсификацию этих конфет можно определить как? Берете конфеты, разрезаете их пополам, видите наличие здесь начинки. И для исследования просто начинку отсюда удаляют полностью. Ну, значит, взвешивают целую конфету, ну, несколько конфет. Удаляют начинку, взвешивают отдельно начинки. Уже чисто математическими уравнениями вычисляют массовую долю начинки, содержание начинки, да, в данной конфете. И если начинки по рецептуре меньше содержат, значит, получается полная фальсификация. То есть мы платим только за саму карамель, ну, не саму, в смысле, отсутствие начинки получается. Шоколадная глазурь, там идет добавление как бы какао продуктов. И сейчас производители многие используют вместо какао-продуктов, так как это дорогой продукт, используют гидрожиры, то есть низкосортные растительные масла. Кто-то в конфеты не докладывает начинку, кто-то вместо молока и какао добавляет в десерты дешевые заменители. Такая жадность к хорошему не приводит. На некачественных шоколадных конфетах обычно образуется белый налет. Вкус у таких сладостей сомнительный. При пробу на вкус такие вот изделия, когда пробуешь, ощущается салистость во рту, ощущение салистости. Перекисное число определяет, если повышается содержание перекисного числа, то значит это говорит о том, что окисление жира и имеет более глубокий характер, то есть происходят физико-химические уже изменения в конфетах. А если идет прогоркание жиров незначительным содержанием, то у нас происходит изменение только во вкусе и в запахе таких конфет. То есть это получается неглубокое окисление жиров. Перекисное число у нас нормируется не более 10 миллимоль активного кислорода на килограмм. Если идет уже выше этого показателя, то, естественно, конфеты бракуются. Ну, вот в практике было, когда печенье исследовали, использовали сальцы, то там в течение 10 суток уже идет большое завышение перекисного числа. Ну, такие, естественно, браковались сразу, и они меняли технологию, ну, пересматривали технологический процесс этого производства. Леденцы без трещин на поверхности гладкие, с ровными краями. Шоколадные конфеты должны аппетитно блестеть. Начинка в качественных вафлях плотная, не выходящая за края. Листы хрустящие, без соленого привкуса. Эксперты лаборатории проверяют вафли не только на запах и цвет. Десерт измельчают и исследуют на анализаторе влажности. Цифры на приборе показывают все огрехи, допущенные на производстве. Влага в сладостях не лучший показатель. Фальсификация какао может происходить повышением влаги. Так как это жирный продукт и вода с жиром не смешивается, в связи с этим туда еще добавляют эмульгаторы, к которым относится лецитин, и тоже забывая при этом указать при маркировке данного изделия. Есть ГОСТ, есть у нас санпин, который пищевые добавки, в котором прописываются все разрешенные к применению эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты, антиокислители, кроме того и синтетические красители. У нас ведь еще кондитерские изделия имеют не только свой цвет, но чтобы придать им товарный вид, добавляются еще и синтетические красители пищевые, которые разрешены к применению. И вот в этом санпине требования к этим красителям и есть. И мы тоже можем выявить недобросовестных производителей, которые используют в продукции, при производстве продукта синтетические красители, не разрешенные к производству.
Печенье – продукт мучной. Выпекают его по той же технологии, что и пшеничный хлеб. Оно должно быть не слишком хрупким и приторно-сладким на вкус. Брокоделы добавляют в состав десерта улучшители муки, красителя, а вместо сливочного масла – дешевый маргарин. Распознать эту фальсификацию можно и народным способом. Края печенья нужно поджечь. Если загорится синее пламя, как и от газовой горелки, то в выпечке присутствуют вредные вещества. Качественная продукция без лишних добавок в этом случае должна только закоптиться. Макая печенье в горячую жидкость, некоторые, сами о том не догадываясь, проверяют его качество. Есть и такой способ. Если продукт намокает равномерно и быстро, то в его составе не присутствует никаких вредных веществ. Вот они, народные приметы. Конфеты, в состав которых добавляют орехи, привередливые, требуют особых условий хранения. В залежалом товаре могут даже черви завестись. И это не шутка. Такую находку покупатели не раз приносили на исследование в лабораторию. Живность, говорят эксперты, появится в сладостях, которые хранятся в слишком влажных местах. Предприниматели идут и на другие уловки. Продукцию с истекшим сроком годности они кладут на одну полку со свежей. Если печенье и конфеты храниться в магазинах могут долго, то торты необходимо реализовать в течение нескольких суток. Обитать такой продукт должен только в холодильниках. Минусовая температура – гарантия качества. Спрос на пирожные и торты никогда не падал. Крем праздничного лакомства честные кондитеры делают только из сливочного масла, яиц и молока. Коржи выпекают из муки высшего сорта. При нарезании качественный торт сильно крошиться не должен. Мы производим торты как бисквитные, так и на медовом полуфабрикате, на воздушном полуфабрикате, на основе заварного полуфабриката торты и пирожные мы производим. Для прослаивания мы используем кремы как из растительных сливок, масляные кремы, кремы на основе суфле. Взбиваю растительный крем на основе растительных сливок. Крем должен быть стойким, пышным. Отделка торта должна быть хорошей, чтобы глаз радовал. Мы снимаем его, кладем на донышко, и на донышко там уже украшается. Украшается орехами, шоколадом, суфле. Приглядеться стоит и к украшению торта. Если кремовые фигурки не держат форму и растекаются, значит, их приготовили из дешевого масла, а возможно, что и консерванты добавили. Некачественные десерты вредят не только фигуре, но и здоровью. Недавно в тортах, произведенных на московском заводе, эксперты обнаружили кусочки яичной скорлупы и плесень. Проверка показала, что на фабрике дела шли не ахти. Работники трудились без халатов и перчаток, а это считается серьезным нарушением. Советский шоколад. Такого сейчас не увидишь на прилавках, разве что у коллекционеров сохранились этикетки. Веселые ребята. Цирк. Ласточка. Особый. Ну или, к примеру, дорожный. На одном из них черным по белому написано «Изготовлен из какао, бобов и сахара». Вот он, тот самый советский ГОСТ. Какао для такого шоколада кондитеры не жалели и получали высокую оценку от потребителей. Шоколад – дорогой десерт, поэтому и наживиться на нем производители пытаются чаще. По новому ГОСТу какао-порошка в этом продукте должно быть более 35%. Только в этом случае шоколад можно называть шоколадом. У нас подменой может быть замена дорогого тертого какао на какао-порошок. Какао-порошок – это является жмыхом, который остается после получения тертого какао. То есть происходит фальсификация, замена более дорогого продукта какао тертого на какао-порошок. И, как правило, производители немножечко утаивают данную информацию и скрывают. Если они честно заявляют на упаковочке, маркируют упаковку данной информации, тогда тут ничего страшного нет. Но, как правило, некоторые производители забывают указать вложения, которые делают в продукцию. Эксперты утверждают, обычная плитка весом 100 грамм не может стоить дешевле 30 рублей. Ежегодно мировые цены на какао-бобы растут. Недобросовестные производители вместо натуральных ингредиентов добавляют дешевые аналоги. Чтобы увеличить массу продукта, в состав пускают побольше воды, сухого молока, консервантов и антиокислителей. Д
Диетологи и стоматологи рекомендуют употреблять сладкого как можно реже. Максимум один раз в день, только утром или же в обед. Более 80% заболеваний ротовой полости развиваются именно из-за конфет и печений. Сладкоежкам навряд ли удастся избежать кариеса. Зубную эмаль сахар разрушает стремительно. PH слюны смещается в кислую сторону, и во все начинает развиваться такая микрофлора, как грибы рода кандида, стрептококус мутанс, которые, в общем-то, разрушают кристаллы эмали, способствуют вымыванию ионов кальция, фтора, и у нас во все это флора пытается пробить стенку эмали, и развивается сам по себе кариозный процесс. Все вы прекрасно знаете, что если единожды зуба коснулась бормашина, то, естественно, развитие, в общем-то, и вторичного кариеса, и его осложнений в процессе жизнедеятельности человека неизбежно. Врачи советуют детям употреблять 20 грамм сахара в сутки, подросткам не более 40. Любителям конфет стоматологи рекомендуют почаще полоскать рот и чистить зубы 2 раза в день. Ни в коем случае не переусердствовать с приемом сладкого, и особенно это касается нашей республики, поскольку содержание даже фтора в питьевой воде у нас в 4 раза меньше нормы. И надо сказать, что в Чувашии употребление сахаров, если по России в среднем в год это 24 килограмма, то у нас по Чувашии более 28 килограмм на душу населения. Поэтому у нас и так предостаточно тех факторов риска природных, которые мы уже имеем, и не следует утяжелять и отягощать данную ситуацию. А вообще, чтобы реже попадать за эти двери, врачи настоятельно советуют родителям не покупать детям сладкого вплоть до достижения ими 5-летнего возраста. Лучше угощать своих чад фруктами. Пока стоматологи лечат зубы, кондитеры соблазняют сладкоежек кондитерскими изысками. Нашу жизнь сегодня подслащают более 10 чувашских предприятий. К качеству местной продукции эксперты не предъявляют серьезных претензий. Кондитерские фабрики давно взяли за правило трудоустраивать на производство только подготовленных специалистов. Кадры для этой отрасли в Чувашии куются в нескольких учебных заведениях. Начинается все с теории. Вначале мы изучаем теорию, прежде чем приступить к готовке в лаборатории. Учим все, сдаем зачеты, и только после этого приступаем к готовке. Абсолютно все можем приготовить. Вот сейчас мы готовили кондитерские изделия. Ну, на прошлых парах мы готовили рыбу, мясо, выпечку, разные блюда. Как и из чего приготовить аппетитные десерты, студенты кулинарных вузов знают лучше всего. Уже на первых курсах ребят обучают грамотно выбирать продукты питания. От их качества зависит многое. Сливки, купленные в магазине. Прежде чем купить, естественно, мы смотрим срок годности их. Яйца тоже, качественные, хорошие. Но прежде чем использовать продукты, мы проверяем срок их годности. Например, в рулетах мы использовали крем на основе сливочного масла. А в торте мы использовали крем на основе взбитых сливок. Десерты, приготовленные в учебной лаборатории, от тех, что выпекают на заводских цехах, можно отличить невооруженным глазом. Вот он, торт, приготовленный руками учеников. А этот выпекли на большом предприятии. В современной кондитерской промышленности без ароматизаторов и красителей уже не обойтись, говорят эксперты. Поставить барьер перед дельцами, которые забывают о качестве своей продукции, пытаются в торгово-промышленной палате республики. Честным предпринимателям здесь предлагают принять участие в программе добровольной сертификации. Знаки качества, говорят эксперты, лишний повод доверять производителям. Тем более, что выдают такие килограммы после тотальной проверки работы всего предприятия и продукции, которая сходит с его конвейера. Сначала, конечно, смотрится в комплексе, соответствует ли эта продукция требованиям по качеству. Это наличие всевозможных сертификатов, деклараций. Дальше смотрим, какова культура производства на конкретном предприятии. Немаловажным является наличие системы, сертифицированной системы менеджмента качества в соответствии со стандартами ISO серии 9000. Очень важно также посмотреть на дизайн упаковки, маркировки, на то, как
разводятся промоутерские мероприятия по продвижению своей продукции, например, участие в выставках, наличие различных наград, там, дипломов, отмеченных каких-то знаками каких-то выставок или каких-то других организаций, которые в этой сфере уважаемые. То есть, понимаете, есть определенная процедура, и когда мы смотрим, что предприятие уделяет большое внимание культуре производства, и качество соответствующее, и система управления, и упаковка, и дизайн, там, и много-много других факторов, вот принимается коллегиальное решение наделения, так сказать, конкретного вида продукции этого предприятия, например, нашим знаком. Убрать контрафакт с прилавков удастся только с помощью рядовых покупателей. Повышение нашей потребительской грамотности выходит на первый план. Эксперты советуют обращать внимание не только на голограммы, но и на цены. Качественные десерты, приготовленные из натурального сырья, дешево стоить не могут.